Мы ведем репортаж с синей дорожки Евровидения в Лиссабоне. Сейчас, буквально через несколько минут, по ней начнут проходить делегации. Делегации пойдут сегодня в простом алфавитном английском порядке, поэтому мы ждем делегацию Албании для начала сегодняшнего мероприятия. Как и в прошлые годы, журналисты расставлены по пеналам, по боксам, по коробкам. В самом начале стоит наша Анастасия, которая будет делать фотографии для всех вас. Чуть дальше стоит Майк, все они стоят тоже на солнце. Самое козырное место досталось в этом году тем, у кого F-аккредитация фанатская. Они стоят прямо под крышей замечательного музея МАТ в Тиньке. Вот поэтому, люди, не получайте аккредитацию прессы, пожалуйста. Посмотрите, как прекрасно здесь быть фанатом. Я думаю, что вот представители России многочисленные здесь собрались. Будет сегодня обязательно интересно. Мы постараемся записать как можно больше месседжей российским поклонникам конкурса, русскоязычным поклонникам конкурса, в том числе, то есть, из других русскоязычных стран. И ждем первую страну. Привет, все фанаты Евровидения. Надеюсь, что вам понравится больше и больше каждый год. Каждый последующий год. Спасибо. Hello, Russia. I love your country and I love your song. Good luck, everyone. This is Eugen Buşpeva. Друзья, верьте в любовь, потому что она внутри каждого из нас. Я вас очень люблю и рассчитываю на вашу поддержку. Хорошего вам дня и до встречи послезавтра на сцене. Hi, Russia, and to all the fans watching, I just wanted to send my love. I'm Jessica Malboy from Australia, representing Australia at this year's 2018 Eurovision Song Contest. But I just wanted to say God bless and enjoy the show and have fun with us. Всем привет, друзья, все, кто смотрит Евровидение, смотрите мое выступление. Если вам понравится, проголосуйте за меня, буду вам признателен. Всех благ. В первую очередь, да, хотела бы поблагодарить всех, кто нас смотрит, всех, кто нас поддерживает. Спасибо большое за то, что посылаете нам свои положительные эмоции, пишите письма и поддерживаете все только самые положительные, хорошие эмоции обратно вам посылаю. Спасибо большое. Спасибо вам. Привет. Sorry for my bad pronunciation. This is Cesar Samson from Austria. I'm sending my warmest regards to Russia and everybody tuning in to the Eurovision Song Contest. My song Nobody But You is written for everybody who listens to it, everybody who likes it. If you like it, write me, send me a comment, put a like, whatever. I will be listening and watching. And for now, just let's have fun. Bye-bye. Hi Russia, I'm sending from Belgium and I hope you love my song called A Matter of Time. And yeah, I can't wait for the semi-final actually. Thank you. Thank you. Привет, Россия, как дела? Я Франка и how do you say I sing? Я пью. Я пою. Я пою песню Crazy. And I hope you're going to like it and I hope you're going to vote for me. Thank you so much. I love your country and hello to Moscow. Thank you so much for your love and your support. I wish you enjoy my performance. Thank you so much. Мои дорогие, давайте будем все вместе делиться с любовью и увидимся 8 мая на телевидении. Голосуйте за меня, Эстония, La Forza, номер 9. Yes. Здравствуйте, ребята, мы вас любим, мы Equinox, and желаем вам удачи, and yes, we love you. We love you guys. We love you. Thank you so much. Vote for us if you like what we're doing. Thank you. Yes, thank you. Привет всем. Ну что, мы надеемся на вашу поддержку. Больше ничего не могу сказать. Наш девиз, чтобы люди должны жить друг для друга. И все. Hello, Russia. How are you doing? It's Mikolas Yosef over here. Hope you enjoy Eurovision. We're having a great time over here. All the best to you. And yeah, let's stay together, guys. Yeah. Cool. Okay, Russia, we are in the first semifinal. I think you're in the second. So let's meet in the finals so we can vote for each other. There are a lot of you, so. Hey, Russia, we love you. Никто не отсутствует.
schenken hem hier een zik. Oh, okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Hi Russia. I hope to visit soon. Thank you for your support. I love you all. Hugs and kisses. Thank you. Hi guys, my name is Sarah Olson with the song Our Choice, and just vote with your hearts and thank you for the support on Tuesday. Thank you. Hi Russia, so great to be here. It's Rasmussen from Denmark singing the song Higher Ground just before Julia singing her song actually. Hopefully we both go through to the finals, that's our goal. And if you like the song, please vote for us. I've received a lot of messages from Russia, so sweet comments. So I just want to thank for them. It's been amazing. So thank you very much and have a good day. Hello, all the Russian fans. I'm sending my love. I hope you enjoy our performance. And yeah, all the love from Ireland. Hello Russian fans, but above all Russian friends, I would like to say thank you for supporting us. Well, I know that in Russia there's a fan club of mine, and I was really amazed when I saw this page on Facebook, Twitter and so on. What can I say? Thank you. Music puts people together, and I live in Italy, you are in Russia. There's a really big distance between us, but there's no distance when we talk about music. So thank you. Thank you. Yeah. Спасибо. Спасибо. Is that? Say something, yeah. Yeah. Yes. Yeah, so. Hello, everybody. Hello, Russia. Yeah, thank you for much. All the messages that you sent us, because we have a lot from Russia, and this is really good to know. Thank you very much for everything. Thank you. Hi to all my Russian fans. I have quite a few of them that I speak to. Thank you guys for your support. I absolutely adored my time in Moscow. Beautiful place, and I'm surely gonna visit again. Thank you guys. Don't forget to vote for Malta. In semi-final 2, I'll be performing number 12 and my song Taboo. Just wanted to send you guys in Russia a very big kiss. Спасибо for all the love, and I'll see you guys soon. Добрый день, я люблю тебя. Да? All the best wishes for you, and I'm really happy to be here, and don't forget to vote on finals. Хорошо, I don't know to speak Russian. I would really like to do so in the future, but I was one time in Moscow and I had a great time, and can't wait to see you again. Thank you guys for... Thank you for everything. Thank you for listening for my song and спасибо. Болеем за Юлю. Болеем за Юлю Самойлову. Переживаем, волнуемся. Ну, я лично, потому что я же все-таки с российским паспортом. Я просто международный, international. Я, так скажем, за мир во всем мире и за то, чтобы песни звучали наших композиторов везде. Но сегодня... Так как Россия, конечно же, по правилам не может за себя голосовать, а будет голосовать все равно за Россию, если проголосует за Молдову. Потому что я композитор песни. Нравится это кому-то или не нравится, но тем не менее это факт. И песни сегодня, говорят, имеют неплохие шансы попасть в финал, как минимум. Так что будем надеяться, что все произойдет с вашей помощью, дорогие зрители, телезрители, интернет. Ну, посмотрим. Понравится, но только при условии. Понравится, проголосуйте. Я создал трехминутный спектакль на сцене. Люди, которые работали над этим, очень старались. Потому что команда собралась творческая, классная, многолетняя, проверенная. И теперь все зависит вот только от них, от этих вот замечательных троих ребят, которых зовут Дорредос, которые представляют солнечную Молдову. И сегодня... В предвкушении, так скажем, какого-то невероятного времени, которое называется Евровидение. Ребята, идите к нам, смотрите, кто нас снимает. Ну, они, кстати, пользуются большим успехом здесь. Да. И их любят, тем более костюмы пошил эти. Не кто-нибудь, а Игорь Гуляев. Он где-то здесь ходит. А вот он ходит там. Игорь Гуляев, мы говорим о вас, как о создателе замечательных костюмов для нашей любимой группы Дорредос. Он старался, его девочки ночами, днями работали. Вот они! Привет. Привет. Скажите для русских поклонников что-нибудь. Что сказать?
Россияне, друзья, голосуйте за Молдову, потому что Россия не может голосовать за своего участника, а голосуя за Молдову, вы в то же время отдаете свои голоса за Россию, потому что у нас композитор. Российский композитор. И стилист у нас, да, дизайнер наш, Игорь Гуляев. И желаем, конечно же, удачи Юле и всего самого наилучшего. Увидимся в финале. Ура! Ура! Hi, Russia. We hope you like Light Me Up. And if you like it, please vote for Poland. And thank you so much for the support and love. Thank you. Vote for us. Thank you for voting us. Yeah. Vote for Romania. Thank you. Thanks. Thank you. Yeah. Russian, our brothers, Bratush. Спасибо for the 12 points. Yeah. Spread love and peace. We are with you and you are with us. Yeah? Thank you. Thank you. We love you. Bye, Serbia. Всем привет! Меня зовут Юлия Самойлова. Я хочу сказать, что верьте, иди к своей мечте. Я точно знаю, что мечты сбываются. Поэтому, несмотря на что, никого не слушайте, делайте, что вам нравится, и имейте в себе вот эту уверенность, и тогда никакие помехи вам не страшны. Hello, Russia. How are you? Yeah, so, you're in our semi-final. So you need to vote for us because we're no, I'm joking. Stay cool, be cool. Yeah, I shouldn't say that. Sing with me, dance with me, and be whatever you are. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Я раз желаю верить в свое дело. Я не знаю, многие занимаются музыкой, кто-то занимается вообще юридическим образованием себя же. Но я за то, чтобы люди добивались как можно быстрее своих мечт. Это самое главное. Thank you for your support. Thank you very much for your love and support. Really appreciate it. Спасибо. Hey girls, Miss Isikas, both shared. Can you give a message for Russian fans? Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы как раз находимся в прекрасном Лиссабоне. И мы, конечно, надеемся на вашу поддержку и любим вас. Целуем! Oh, Russian fans, this is Benjamin. Thank you so much for all your support. I see you on Instagram and Twitter. Thank you so much. It means everything. Bye. Thank you. Hi, hello, Russia. Russia. We are Sibs from Switzerland. Yes, we're competing with the song Stones. We're number 17 in the first semi. Yes, so if you like it, please watch and vote for us. Yeah. Well, you're in the second semi, yeah, but hopefully we can watch you, yeah, in the final. Yeah. We'll see you in the final, I guess. Hopefully. Можешь дать российским поклонникам небольшой месседж? Во-первых, Филипп Киркоров доволен после дня рождения, да? Обязательно. После дня рождения, извините. Очень доволен. Юля, привет. Ты отличная, ты растешь как артист каждый день. Твой голос прекрасен. И я очень надеюсь скоро опять в Россию попасть. Было да, бы хорошо. Попасть. Было бы хорошо. Поехать в Россию, да. And you are Tim Kaz's favorite tip to win the contest. So we all really? Are keeping fingers really? Crossed for you. Yes. Wow. So we just. У меня типа я даже не знаю как по-русски, по-английски, but I just have a wish that even if we get to inspire one person. Yes. That's enough. That's not enough. Yeah. But it's enough. Maybe they will learn how to write a song after this. Yeah. Thank you. Big shout out to everybody in Russia, right? Yeah. Russia it was. So hello to everybody in Russia. If you don't know who to vote for me. Whalen, the Netherlands. Later on. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Заканчиваем наш сегодняшний репортаж с красной вечеринкой. Мы пообщались практически со всеми участниками Евровидения, которые передали большие приветы русским поклонникам конкурса. К сожалению, кроме представительницы Израиля и представительницы Финляндии, которые отказались передать этот привет, ну... Желаем всем удачи тем, кто нам передал привет. Надеюсь, что Россия услышит и проголосует за этих участников.